Не так давно мы рассказывали о творческом отчете Славянского отделения развития творчества «Жар птица», на котором победителем в номинации «Лучший творческий коллектив года» стала хореографическая студия «Славяночка». Этот коллектив славен своими творческими поисками. Их хореографические композиции не только приносят радость зрителям, они могут внести свой вклад и в борьбу за мир. Юные славянцы, которые занимаются танцами в хореографической студии «Славяночка», увлечены этим красивым искусством. Благодаря своим талантам и под руководством опытного педагога, заслуженного работника культуры Кубани Александра Дергачева, они добиваются постоянных успехов. Наш коллектив не раз становился лауреатом разных фестивалей, конкурсов. И коллектив, который постоянно в рабочем состоянии. И, конечно, нельзя понижать планку, нужно стараться. Участие в миротворческом движении позволяет юным артистам почувствовать важность и нужность своего искусства. Это мировой проект, всемирный проект. В нем участвуют все страны, все континенты нашей Земли. Она и большая, и она небольшая в позиции Вселенной. Поэтому беречь мир мы должны научиться даже хотя бы для детей. А дети уже сами будут беречь этот мир в будущем. Славянские артисты исполняют интересную хореографическую композицию и завершают ее призывом к миру во всем мире. Что может быть возвышеннее и благороднее, чем чистое небо над головой и спокойная жизнь без войн и разрушений? Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».